меня приходят сюда заниматься сейчас ученики, я тренирую на улице летом их иногда, они приезжают на персональные занятия, и макивар настроена, ну, так как сказать, не очень тяжело, но прилично, то есть, с тривиальным ударом до конца я трудно добить. Вот я уже набивки комплекс произвел, сейчас я буду постановку делать. Сначала я постановку делаю стоя просто на месте. Я встал, да? Стойку правильно, как правильно вставать, ну, макивать, чтобы прямые сантехники делать, я показывал в других видеороликах, так что посмотрите там. Вот. Померил дистанцию. И поехали. Левая рука. Через землю передается. Ну, сколько, не знаю, настроен. Килограмм, наверное. 200 вот так вот. Где-то так где-то. Теперь стойку меняем. То есть смотрите, чем отличается работа. Сейчас я покажу ту же работу по поверхности. Причем, смотрите, не меняя дистанцию. Вот я добиваю до конца. Так как буду добивать. Как не меняя дистанцию, я работаю по поверхности. В стиле набивки. Не сильно. Если по челюсти так щелкнуть, все. То есть удар на те же 200 кг, может больше. Но на глубину 2 см. Вот. Та же сила, но на глубину 20 см. По несколько раз всего. На самом деле все делается по много раз. Так, сейчас через паузу, чтобы обрабатывать было проще, потом я маленькими роликами делаю. Я спешу уже когда, ну, мы не просто место работы, а на входе.